Сартаньон. Рассказать я хочу о своем таком достаточно одноблоковом опыте работы в маленьких компаниях, в маленькие проекты. Это фриланс. То есть ситуация, когда от меня зависит очень многое. То есть случается то, что, так, что я, получается, сама себе хозяин, и от моих решений может зависеть судьба проекта. К сожалению, об этом я узнала не очень быстро и очень много всего сотворила до этих случаев. Короче, добил меня последний случай, когда я уходила с диким скандалом. Начиналось все вообще замечательно. То есть меня такие хотят, рассказывают, как у них все хорошо, как замечательно, как они планируют с помощью меня зарабатывать миллионы. Ну, есть но. Проект до меня уже делали две команды, и как бы мне показали код, я вымутилась прямо на собеседовании и сказала, что ничего с этим кодом делать не буду. Но там такая ситуация была, что действительно ничего не сделать нельзя было. И я такая вся бодрая, я буду писать все заново. Я составляю техническое задание, поскольку документации не было. Ну, естественно, ну где бывает документация? Там было 40 страниц текста, первые две недели я потратила. И такие оптимистичные планы, через полгода будет игрушка. В процессе вообще... Как это происходило? Была компания, которая занималась продажей, куплей, всякими разными вещами, а GameDev это была как бы побочная штука, которая просто решили, ну, давайте мы на этом денег что ли заработаем. То есть получалось так, что квалифицированных сотрудников, которые понимают, в чем дело, не было. Я на то время была еще немножко джуниором. Сознания не было никакого, был только умение программировать. Писала я. Была еще какая проблема? Не было дизайнера, не было никого, была только я. Графики особо не было, с тем, что было разбираться, я сейчас понимаю, что с этим можно было разбираться год. Вот. И в результате, как бы, мне команду дали уже на последних двух месяцах, когда уже были очень плохие отношения. В общем, как бы я работала, потом у меня пропали выходные, потом у меня пропали вечера, работала очень интенсивно, и в один прекрасный день я попросила отпуск, и меня послали в жопу со словами, как ты смеешь, какой отпуск. Ну, на этом работа закончилась, мне не заплатили последнюю зарплату, и как бы все ушли. Я как бы вначале была очень сильно обижена этой ситуации, а потом поняла, что очень-очень-очень много на самом деле было моей вины, как бы в том, что мой код погиб, потому что, естественно, те, кто пришли после меня, сказали, какой кошмар, давайте мы перепишем это заново. Вот его переписывали, потом эта следующая команда тоже ушла, и что там сейчас происходит, я не знаю. В общем, проект очень плохо. Собственно, я очень долго восстанавливала вообще какую-то уверенность в себе и понимание того, что я все-таки программист и профессионал, потому что после такого фейла очень тяжело. Собственно, я хочу еще со времен фриланса обобщить вообще проблемы, которые могут в проекте привести к его быстрой смерти, на которые нужно очень сильно обращать внимание. Это очень веселое, оптимистичное руководство. А давайте мы сделаем это, а давайте там сделаем еще одну фичу, другую, третью, мы же все можем, у нас много денег, у нас безграничные ресурсы. Заканчивается это огромным ТЗ, которое, в принципе, когда уже понимаешь, невозможно реализовать никак. Даже 200-300 программистов просто ничего не смогут сделать. Проект умирает. Дальше. Есть еще такая ситуация испуганного руководства. Это когда они уже увидели несколько смертей проектов, они уже никому не доверяют. То есть, и там с ними очень травматично в результате работать. Как, что и как я вообще с этим делаю, я потом напишу.
Дальше это когда ты приходишь, и тебе говорят, что вот этот человек был нехороший, вот этот нехороший, вот этот нехороший. Они все были нехорошие, они ушли, но мы в тебя верим, ты спасешь проект. Это очень плохой признак, люди сами по себе нормальные. Это как бы звоночек. Дальше, ну, говнокомы, понятно. Отсутствие документации, собственно, тоже очень тяжело въехать в проект, и какая-то телепатия, все что-то от тебя хотят. Кто что хочет, не знает. Некоторые хотят разного, причем друг с другом никак не коммуницируют. Это ужасно. Дальше, очень интересный звоночек, это проблемы с наймом сотрудников. Была замечательная фраза, которую я услышала, но не осознала. Мы не можем искать дизайнеров в Киеве, все нас знают. Очень настораживает. Да, то есть как бы вот эта вот ситуация, когда уже лучше сразу не с людьми не работать. Ну и дальше системное распределение. Надо искать менеджера похоже или HR. Да, надо новый HR. Да, ну нет, есть вариант. Нет, да, конечно, есть вариант внедриться и всех выбрать. HR мы тоже не можем искать. Бывает, что они внедряются в себя за какой-нибудь Google или Яндекс. Переименовывать компанию, пора тогда. Всех распускать. Пора переименовывать. Ну и дальше распределяться. Люди, в общем-то, никто ни за что не отвечает, что там происходит, неизвестно, ходят с такими расслабленными, веселыми лицами. В результате, скорее всего, за все отвечать будет человек, который только что пришел и решил все переделывать. В общем, тоже какая-то нехорошая вещь. Итак, что делать с оптимизмом? С оптимизмом, в первую очередь, стоит очень-очень четко понимать, что ты можешь сделать, а что не можешь. Если есть хоть какое-то сомнение, что ты вот за год не сделаешь версию на iOS, Android и на все социальные сети, обещать этого нельзя. Вообще стоит, ну, как бы, любое обещание может очень-очень опасно вот, погробить проект, потому что там человек себе что-то нафантазирует, а тут вот как бы, ну... дальше, обсуждения, все какие-то обещания должны быть очень жестко задокументированы. Опять же, чтобы не было потом фантазий. Насколько жестко? Ну, насколько сил хватит. Стоит ли их в граните? Кровью. Да, кровью желательно. И опять же, вот это, ну, как бы это для всех, в принципе, ну, не верить. Ни одному слову. Ну, все, люди всегда врут. Все перепроверять по много раз, все их хотелки перепроверять по много раз. По 3, по 4, по 5, по 10 раз спрашивать, а точно вам это надо? Потому что иногда люди не понимают, что какая-то вещь, она действительно займет очень много сил и времени. Очень хорошо, ну, язык денег работает. Хотите? Замечательно. Делается полгода. Желание сразу убивается. Борьба со страхами. Это когда тебя, ну, получается, начинают контролировать, там, говоря, ну, эстимейты там на 2 часа, эстимейты на 3 часа, что-то там. Ай-яй-яй, опять же, не трогайте код, все сломается. Во-первых, спокойствие и уверенность. Все-таки профессионалы это мы. Мы знаем, что нужно делать. Нужно в этом спокойствии и уверенности просто убеждать. Опять же, объяснять и документировать. Ни в коем случае не стоит вот, действительно бросать что-то сильно переделывать. Во-первых, как бы, ну, ничего хорошего с этого не будет. В процессе переделывания вас могут просто уйти, и следующему человеку, следующий человек получит еще более худшую версию кода того, что есть. Как вообще убеждать людей в своем профессионализме? Это как бы решать задачи. Решать задачи маленькие, но их действительно решать. То есть не браться за какие-то серьезные вещи, а как бы пытаться сделать какие-то простые вещи, но чтобы вот действительно люди увидели, что а-ла-ла, я за 2 часа сделаю, и ты действительно за 2 часа это все делаешь. Может специально как-то перетаскивать задачи так, чтобы браться за очень простые задачи. Но как бы... свой профессионализм стоит доказывать. И насчет рефакторинга.
Рефакторинг — это такая страшная штука, о которой огромное количество анекдотов, огромное количество каких-то мемов ходит. Рефакторинг на самом деле это очень хорошая вещь, это очень нужная вещь, но как бы люди уже пуганные при слове рефакторинг, у менеджеров обычно огромные круглые глаза и слезы просто из них, потому что они знают, чем это заканчивается. Собственно, как я приучала к рефакторингу? Я говорю, что вот у нас есть проблема по перформансу, я ее буду 2 дня рефакторингом решать. Собственно говоря, оно решается действительно. То есть строго жестко одна задача, под эту строго одну задачу мы делаем рефакторинг, говорим, что вот мы тут рефакторим, а тут вау, получилось хорошо. Главное не ломать в этом случае, то есть держать себя вообще сильно очень в руках. Я понимаю, что очень хочется избавиться от всего говна сразу, но как бы решили одно говно, то есть даже если видим, помечаем, не трогаем. А в результате со временем слова «мне нужно 2 недели, 3 недели на рефакторинг» не будет паники, спокойно, ну хорошо, надо, значит надо. Ну и, собственно говоря, это нельзя, опять же, делать со старта, потому что проект еще не знакомый, и 100%, что оно просто сломается и перестанет работать. Насчет эстимейтов. Эстимейты по времени не работают, или работают, но очень редко. Как вообще у нас с этим справлялись? Убрали вообще эстимейты по времени, оставили эстимейты по сложности. Потому что человек сам себя обманывает. Я сделаю эту задачу за 15 минут, я сделаю эту задачу за 5 минут. Когда мы начинаем прикидывать сложность, мы не начинаем себя гнать и более-менее честны сами с собой. То есть мы, например, говорим, эта задача простая, она занимает 4 эльфа. Эта задача суперсложная, она занимает 32 эльфа. И потом мы для себя уже замеряем время, которое занимают эти 4 эльфа, 32 эльфа. И там уже намного точнее все получается. И, соответственно, когда мы видим, что в спринте там 300 эльфов, то понятно, что ну никак, физически. Ну, даже если разорваться. Дальше. Собственно, это то, что я говорила немножко раньше. Всегда, когда ты приходишь, ты видишь ужас на проекте. Ужас, кошмар, там еще что-то происходит. Ну, может, есть случаи, когда приходят на проект, там все хорошо, у меня один раз так было в жизни вообще. Обычно приходят и ужасно. Собственно, ругать тех, кто ушел, или тех, кто есть, бессмысленно. Ситуация, фишка в том, что, скорее всего, человек сам по себе говно не делает. Есть какие-то внешние факторы. Эти внешние факторы очень важно понять. Может, мечется руководство сегодня, хочет одного, сегодня другого. Это тоже очень важно понять. Сразу это, в принципе, по коду видно. Вот, люди хорошие, надо их понимать, пытаться понимать их психологию, понимать, почему они так написали. Если мы поймем общую психологию как одного человека, мы потом уже, глядя на аннотации, кто писал этот код, уже будем примерно понимать, как оно работает. Потому что, в принципе, люди выдерживают свой стиль, даже очень уникальный, и так проще. Ну и, собственно, самое главное, что большинство говно в коде, это идет сверху от менеджера. То есть, когда не досмотрели, не доругали, еще что-то, не доорганизовали. Ну, собственно, тоже опять пересекается. То, что играем в детектив, я только что рассказала. Какие вообще бывают проблемы в коде? Проблемы в коде бывают прямо противоположные. То есть under-engineering и over-engineering. Прямо вот замечательная красивая архитектура, в которой разобраться нельзя, и маленький спаянный кусочек говна, в котором разобраться нельзя. Ну, как бы я для себя нашла замечательную книжку Фаулера по рефакторингу, она мне очень помогает. И, собственно, и ту, и другую структуру надо потихоньку в результате, конечно, менять. Самое, в принципе, из-за чего вообще затеялась эта презентация, о том, что, в принципе, хороший программист, который считает себя сеньором, он, во-первых, немножко менеджер, потому что
Ну, никто на самом деле не знает, что происходит в проекте. Никто не может проконтролировать себя. И из этого вытекает очень такая штука, что программист может заниматься не тем. Даже когда ему дали четкое задание, он может заниматься очень легко не тем. И из этого еще вытекает такая штука, что программист очень любит писать код. Ну, собственно, мы все это очень любим, но работа программиста — это не писать код. Работа программиста — это решать задачи. Решать задачи больно, неинтересно, потому что часто решение задачи не вписывается в какие-то понятия о том, как это все должно быть идеально. Часто проблемы не там, где мы их ищем. То есть вот тут говнокод, я сейчас попробую, все будет хорошо. Нет. Говнокод вел за собой очень какие-то интересные хаки, которые делали там перформанс. Ты правишь, все красиво, хорошо, начинаешь все тормозить. Надо как бы очень сильно себя ограничивать в желании походить. И каждый раз вначале думать. Желательно вообще в таске писать, какие классы мы будем менять, что для этого делать. Я часто пишу, когда мне не лень, пишу это в таске. И когда я это уже написала, я понимаю, что, в общем-то, я тут себе на эстимейте на 30 часов, поэтому можно изменить одну строчку и все сделать. Но если бы я изначально не подумала, я бы начала пахать эти 30 часов, и ничего бы хорошего из этого не вышло, потому что, по сути, нам нужно решать задачи. Если мы задачи решаем очень-очень много, мы можем спокойненько сесть и перефакторить, сделать идеальный код. Но когда у нас жопа горит, и всегда баги, и все остальное, мы никогда не получим какого-то душевного комфорта. То есть получается такое немножко закрывание глаз, что я по коде, все проблемы решатся. Не решатся. Прокрастинация. Да. То есть прокрастинировать можно в коде, замечательно. Можно там по циклу в обратном пути идти. Очень любят люди оптимизировать. То есть я видела такие оптимизации, замечательные, очень тоненькие, спичечные оптимизации. Но 48 тысяч элементов проходится по каждому движению мыши, хотя их можно проходить раз в секунду и десятую часть из них. То есть. Но сам алгоритм очень красивый, очень оптимизированный, то есть человек старался. Вот. А на самом деле в результате получается код грязненький, неаккуратненький местами, но он работает буквально очень быстро. Ну и, собственно, как не сойти с ума? Вот мы решаем проблему, мы все такие правильные, мы держим себя за руки, а ходить-то хочется. Опять же, я для себя нашла такую вещь, что вознаграждать себя за решенную проблему 2-3 часами легкого рефакторинга, там, переписывания базы, кода стайла, там, еще какими-то вещами. Плюс, опять же, очень хорошо 4 дня порешать задачи, а 5-й день повозиться с результатами. То есть развести все, там, написать какую-то документацию, сделать все красиво. То есть когда начальство уже спокойное, когда мы его убедили в своем профессионализме, такие вещи не вызывают никаких как бы вопросов. Потому что и так видно, что выход вот хороший, но как бы человек тратит время на то, чтобы привести код в порядок. То есть мы уже объяснили, что дальше будет хорошо, ругаться на нас не будут, и все замечательно. Опять про документацию. Это очень тяжело, я сама себя никак не могу заставить, но такая ситуация, что как бы синдром автобуса. Если разработчика сбивает автобус, то проект летит туда, потому что этот человек все знает, все может, все понимает, а все остальные как бы, ну, все на него полагаются, вот этот человек все знает, ну что, ну ладно. Документацию писать очень нужно, я сейчас с этим немножко столкнулась, потому что мне искать второго человека на проект, и я понимаю, что мне все объяснять придется вот так вот, отрываясь от работы. Мне не хочется это делать, я буду писать объяснение, что, как, почему работает. Ну, как бы... Плюс у нас у самих память не идеальная. Мы сами можем забыть, что и для чего делали. Какие решения, почему приняты. Вот эти вот штучки очень хорошо помогают. Да?
А ты пробовала когда-нибудь заставить кого-то прочитать документацию, которую ты написала? Да, это вторая проблема. Люди читают, да, особенно очень, это самая главная проблема заставить дизайнеров прочитать документацию. Это прочитать таски, прочитать. Они не умеют писать, они только рисуют. Я знаю, что они не умеют читать. У нас на этот случай. Значит, как сложно ее поддерживать потом? Написать это классно, а потом поддерживать. А какая система документирования используется у вас? Документирование переиспользуется вот так. У нас Confluence, и как бы там пишутся статьи, у нас нету такой документации, чтобы генерировать в Java Доки. Ну как, ну берешь и поддерживаешь, опять же в ту же самую пятницу. А? У нас линки, да. Ну как всегда, он расставит такой снежный ком, а потом вы просто вот уже никто это не читает. Нет, мы начинаем этот ком сейчас разгребать, потому что статей стало очень много. Java Доки лучше, а плюс ко всему документации обязательно юнит-тестировать. Это половину всех проблем просто убивает. Это только на другом. Но, к сожалению, у нас... Ну, обычно не будет. Ну, есть все время, как один конфлюенс, и все им пользуются. А конфлюенс, к сожалению, нет. Я понимаю, что все мы свои... Все мы свои бумажки и заметки можем складывать в один шкафчик. Вот этого же в нем разобраться не легче. Должна быть какая-то система, которая упрощена. У вас есть такая система? Я, собственно... Skype, по которому вы дальше рисовать. А если берет Алик собьет автобус, у вас останется вот эта документация. Какие системы ты знаешь, если знаешь? Ну, то есть... И он совмещает кодирование и ведение документации. Ну, вот так. А, я поняла, что я затронула очень больную тему. В общем-то, повторюсь еще раз, что я говорю про небольшие проекты, поэтому проблемы с разобраться между парами десятков статей, ну, не сильно такие большие. Опять же, я про решение проблем. У вас еще просто новый проект. Вы еще не погрязли в том, что да, когда погрязли, тогда разберемся. Это опять же по решению задач. То есть статьи они есть, их, если что, их просто как-то классифицировать не так долго, как взять и написать. Ну и, собственно, документация помогает еще, опять же, убедить менеджеров в нашем профессионализме. Опять же, вспоминаем напуганных людей. А когда они понимают, что происходит, гораздо спокойнее. Потому что обычно не понимают, что происходит. Причем я говорю не про программерскую документацию, а про документацию для простых людей, которые не понимают, что происходит в проекте. А, ну, собственно, проблема с наймом сотрудников очень получается очень большая проблема, когда мы хотим какой-то серьезный проект и не набираем под него серьезных людей. Ну, то есть, если там под джуниоров, то они сами как-то справятся. Нужен как бы хотя бы один серьезный товарищ. Если то есть, берут на работу, ты приходишь и понимаешь, что ты самый квалифицированный, и твоей квалификации не достает, и больше брать не будут, то можешь сразу сматывать уточки, потому что это ад, пиздец, отсутствие выходных. Возможно, очень серьезно... У нас ведется запись, и потом... Ой, сори. Ваню покажут. Возможно, как бы... Очень вырастет скилл, возможно, но как бы очень есть, возможно, спокойненько оказаться потом в больнице с нервным срывом. Просто очень, очень просто. Вообще переходить, программировать очень просто. Ну, то есть воскрешение только через труп. Такие ситуации, только жертвуя собственной кровью, мы можем спасти проект, когда вот такая ситуация, что хотят очень многого, а у нас только вот, ну, джуниор, который ничего не знает, но не знает. А еще одна из проблем, которые могут привести к краху вообще проекта, это когда нету понимания того, что все проблемы общие. То есть, что ты делаешь кусочек продукта, то, что этот твой кусочек продукта это сервер, это ничего еще не значит. То есть, она когда помогает, от таких вещей очень сильно болтовня, убеждение людей о том, что нужно работать вместе. Очень долгое и тщательное промывание мозгов, желательно с помощью начальства. Вообще, как вот эти вот вещи происходят? Есть маленький баг на клиенте. Но баг, он как бы клиентскому программисту, во-первых, некогда, во-вторых, очень тяжело его отловить.
Серверщику ему нужно отловить, например, что происходит в несколько секунд. Серверщик становится в позу, говорит, это не моя работа, идите в жопу. И клиентский программист тратит день на отлов этого баха. В результате общая работа страдает. Людям нужно рассказывать, то есть я, в принципе, понимаю, что даже очень серьезные товарищи об этом очень сильно бывает, забывают, помнят про то, какие они профессионалы, какие они важные для проекта. И в результате как бы делаешь свою работу, вроде делаешь ее хорошо, а проект почему-то загинается. Еще раз напомню, что доклад, он как бы, что делать, если ты просто программист, а тебе нужно немножко работать, делать менеджерскую работу. И, в принципе, ее нужно делать всегда. Собственно, если не убедить всех о том, что работа общая, то кто-то будет надрываться, кто-то будет периодически провисать по работе, еще что-то. Ну, в общем, это сложная тема, я, наверное, даже не готова сейчас ее рассказать. И она не станет. И самая главная проблема вообще проекта. Самая главная проблема проекта – это человек, который пришел в проект. Опять же, менеджеры ничего здесь не смогут сделать. Могут сделать только программисты. Менеджеры могут только пожелать какую-то функциональность. Программисты могут сделать ее при помощи итальянской заготовки так, что всем будет плохо. И все будут правы. И менеджеры будут правы, и программисты будут правы. Только вот проект почему-то, все, умирает. Опять же, такая ситуация про то, что я до этого уже говорила, что есть такая штука, как умственный анонизм. Очень хорошая тема, но мне очень нравится. Когда программист, опять же, занимается интересной работой, вместо того, чтобы что-то делать реальное. Причем эта интересная работа на самом деле может не приводить к каким-то вообще полезным результатам, то есть вообще не приводить. Чаще всего так и бывает, что мы пишем код просто для того, чтобы писать код. Рефакторинг просто для того, чтобы сделать стиль правильные скобочки так, как нравится. И получается такая иллюзия, что мы делаем какие-то правильные, хорошие вещи, и нам хорошо, нам приятно, у нас от этого удовольствие, но это очень-очень плохо. Собственно, к чему вообще все? Что надо чувствовать свою ответственность за наш код, и очень обидно, когда уходишь с проекта, и твоя работа просто пропадает. То есть годы, прошедшие зря, и получается действительно умственный анонизм. Мы много-много работали, много всего вещей делали, а выхлопа никакого нет. Это очень обидно. То есть, как бы, хочется, чтобы не случалось так, не сказать. В общем-то, все. Миша, ты остановился?